На базе Славянского электротехнологического техникума прошел зональный этап краевых соревнований среди допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Смирно! Краевые соревнования среди допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций проводятся в рамках национального проекта образования и регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Участников зонального этапа, который был проведен в нашем районе, поприветствовал председатель совета Григорий Литовко. Дорогие однопозывники, вы знаете, что мы живем сегодня непростое время. Сегодня наши воины доблестно, героически выполняют специальную военную операцию на территории Украины, очищают ее и от нацизма. Во все времена считалось, что служба вооруженных сил является почетной обязанностью каждого гражданина. И вот глядя на вас, я с уверенностью скажу, что вы действительно сегодня надеемся на вас, верим в вас, и у нас подрастает достойное поколение, которое готово в любую минуту выступить на защиту своего отечества. В мероприятии принимали участие сборные команды школьников и студентов 10 муниципальных образований юго-западной части Кубани. Они боролись за право представить свою малую родину на краевых финальных соревнованиях. В упорной борьбе победа досталась сборной Крымского района. Серебро завоевали новороссийцы, бронзу – Северский район. Сборная школьников Славянского района заняла только 5-е место. Среди средних профессиональных организаций места распределились следующим образом. 1-е место у Ахтырского техникума, 2-е у Крымского технического колледжа. 3-е место занял Анапский сельскохозяйственный техникум.